Тимур, с победой. Что скажете по сегодняшней игре, как она складывалась для нашего «Металлурга»? Спасибо. Все пацаны, парни старались, хотели выиграть. Ну, потом мне нужно удаление, вот эти две шайбы. Так, игра была на нашей стороне. И всем спасибо, с победой. Нам нужны были эти очки очень. Что скажете по тактике на сегодняшнюю игру? Сильно ли она отличалась от того, что было с «Трактором»? Я бы так не сказал, но каждую команду готовимся очень как бы сильно. И любая тактика, как бы, она действует. Да. Игру Сергея Мазякина особенно как-то разбирали? Нет, ну как тренер нам сказал играть. Неважно, Мазякин, Зарипов, там, Ковальчук или еще там кто против тебя играет, ты должен против него уходить и биться, как бы. Вы там по ходу второго периода Сергея отлично остановили, оставили Мазякина без шайбы, он даже на льду очутился. Ну да, есть такой, справился. Тимур, вот если так говорить, 2 года назад вы еще играли образно против Бердска, а сегодня уже играли против действующего обладателя Кубка Гагарина, да еще и забросили свою первую шайбу в КХЛ, да и в ворота самого Василия Кошечкина. Ну, не все так, тренера как бы подсказывают, работаю, и много работы еще предстоит, чтобы стать, ну, там, кем-то и тем же, как не Крис Ли там, или неважно, кто должен как бы выходить, играть, тренироваться. Как показалось, сегодня наша команда могла и не доводить дело до буллитов. Последняя минута овертайма, провели ее полностью в зоне соперника, согласны? Ну да, ну парни, мужики-молодчики, что отстояли, и эти очки нам на вес золота, любое очко нам на вес золота. Стараемся, бьемся.